Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. И сегодня у меня мастер-класс узорчик. Узорчик актуальный, потому что у нас впереди лето, девчонки, изобрела его сама. Возможно, он где-то есть, но я пробовала сделать узор тут, который у меня изобрела подписчица из совместника. Она как-то модифицировала английскую резинку, и у нее получился очень интересный узор, который я пыталась повторить, но у меня не получилось, а получилась вот такая вот сетка. Я знаю, что с первого взгляда вы сейчас скажете, что «Ой, да мы эту сетку знаем». А вот и нет, смотрите, она одинаковая с обеих сторон. То есть она двухсторонняя, девчонки, видите? Она везде одинакова. Вот этот образец без ВТО, связанный из Alize Baby Best. Шикарная, мне кажется, сетка, вообще бомбезная. И всего один ряд, что я же говорю, она модифицирована из английской резинки. Всего один ряд. Вот из хлопка. Это у нас бамбук с чем-то там. Alize Baby Best, я думаю, знаете. И вот она из хлопка. Вы посмотрите, какая прелесть. Это что-то невероятное. Туники, какие угодно, палантины, накидки, летние вот эти кардиганы. Вот. Ну, красота же. И один ряд. Ну что, далеко не уходим. Пробуем, девчонки. В круговую не могу пока сказать, еще не пробовала. Мне не терпелось просто вам показать этот узор, поэтому еще в круговую я не пробовала. Итак, число петель кратно 3, плюс 2 кромочные. Я набираю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. То есть у меня 12 петель, это 4 раппорта и плюс 2 кромочные. Итак, начиная прям с первого ряда, сразу вяжем 2 петли вместе лицевой. Слева направо я ввожу спицу. Далее одну петлю снимаем, нить за работой. Далее делаем накид после вот этой петли. Снова 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. Вот слева направо я ввожу спицу. Одну петлю просто пересняли, нить за работой и добавили накид. 2 петли вместе, сняли, накид. 2 петли вместе, сняли, накид. И кромочная изнаночной. Все, вот это весь узор, девчонки. Теперь мы просто повторяем. Так. 2 петли вместе лицевой. Снимаем, накид. 2 петли вместе лицевой. Снимаем, накид. Все то же самое. 2 петли вместе лицевой, снимаем накид. То есть по большому счету мы здесь провязываем накид и вот эту снятую петлю. 2 петли вместе лицевой, снимаем накид. И поехали дальше. И все, девчонки, и больше ничего. И по итогу получается шикарная сетка, как вы уже видели, я вам показала снова. Вот, все повторяем. 3 петли, один ряд. Все, больше ничего. Очень круто. Вот правда. Я не знаю, вот скажите мне, где-то вы видели именно такой способ? Именно чтобы было двухстороннее. Я не видела. Вот она у меня вот так вот непроизвольно получилась. И я невероятно обрадовалась. Потому что вот двухсторонние сетки я уже... Я еще не видела, не уже, а еще не видела, вот правда, совершенно не видела. Я провязываю, хочу вам показать. Но я думаю, это и не обязательно, потому что вы уже все поняли, да? Вот видите, они, дырочки у нас расположены вот так вот, слева-справа, слева-справа. И вот такое вот непонятное что, оно и не косичка, ну, такая петелька вот. Посредине точно такая же и здесь, вот все одинаково с обеих сторон. Прелесть, прелесть. Вот что-то нужно обязательно связать из этого.
Ну, девчонки, а я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.